Всем привет! Это подкаст «Разговоры в степи», в котором мы говорим на самые разные темы. От бизнеса и технологий до культуры и развлечений. Темой сегодняшнего эпизода станет платформа TikTok, почему блогеры стали популярны именно на ней и есть ли у этой социальной сети дальнейшее будущее. Сегодняшними ведущими будем мы, редакторы степи. Меня зовут Дания. Я Катя. Всем привет! И мы рады представить наших гостей. У нас сегодня в студии основатель бип-хауса Асхат и блогер Танеля Кадырбаева. По недавним данным, активная ежемесячная аудитория ТикТока составила больше 1 миллиарда пользователей. Больше 1 миллиарда пользователей на Земле каждый день. И я в том числе, и каждый и здесь скроллят ленту и смотрят самый разнообразный контент. От супер кринжового, когда ты не понимаешь, что вообще происходит, до полезного образовательного контента. И в этом, наверное, есть весь феномен ТикТока. Миллиард. Это точно, но я скажу, это не миллиард живых людей, это, скорее всего, вот у кого-то 5-6 гаджетов, и 5-6 тиктоков скачали, и они считаются как 6 пользователей. Поэтому, скорее всего, живых там где-то 700-600 миллионов, но все равно очень много, да. В Казахстане совсем недавно у нас было 1 100 000. В прошлом году, когда мы открывались, мы замеры делали. Недавно мы встречались с партнерами с ТикТока Раши напрямую. И они нам заявили, что в Казахстане огромный скачок именно в ТикТоке. У нас сколько населения? 19 миллионов, да, получается? И около 10 миллионов пользователей сказали. В Америке в 2019 году открывается первый хаус, хайп-хаус. И вот все топ-10 ТикТок-блогеров, именно молодых, это вот резиденты этого хаоса. Они задают тренд. Через 3-4 месяца, как это обычно бывает, вначале в России появился Джимми Фэллон и так далее, потом появился Ургант, и потом у нас появляется студия Нурлана Хоембаева. Ну, это так всегда же бывает. У нас после Рашки делают. Ну, да. Вот, в Рашке открывается 2, 3, 4, 20, 30 хаосов открывается на моменте. И мы такие думаем, ух ты, прикольно. Entertainment — это крупный холдинг, в который входит там 5-6 компаний. В том числе и Бип, и Йоло Хаус, комиксы, и подкаст говорю. Сидим на подкасте, подкаст. Продакшн. У нас конверсия 1:5 сейчас идет, это лучше. То есть у нас на 1000 лайков 5000 посмотров. То есть где 500 000, там 100 000 лайков по факту. Вот. В TikTok вот чем интересен, он постоянно развивается. Сейчас у ТикТока появится еще одна фишка, вот вам инсайт, ребята, для слушателей подкаста, появится платный комментарий. Например, я звезда, а вот, скажем так, вы мои фанаты. Я вас не замечу, конечно, потому что пишут в комментариях десятки тысяч, но если вы, скажем так, подпитаете это тенге, я от комментария обязательно отвечу. Это очень прям похоже на вебкам. То есть когда там фанаты, которые хотят провести время с вебкамщицей, они закидывают, чем больше денег ты закидываешь, тем больше вероятность того, что она будет, ну, устроить с вами приватный чат. А нифига такого не будет здесь. Тут максимум, что увидят. Ну, например, вот как я делаю. В комментарии Бипхаус пишет: вы лучше. Опа, мне нравится этот комментарий, я его лайкаю. Если прям очень классно написать, я даже отвечу на него. У Бипхауса 18 миллионов, да? 19 300. В масштабах это представить очень сложно. То есть просто я не могу вообразить себе 18 миллионов человек. Может быть, будет легче разобрать на примере одного блогера. Вот, Даниэля, вам слово. Можете ли вы рассказать о том, как вообще вы пришли в ТикТок? Насколько мы знаем, вы больше Инстаграм-блогер. Ну да, я начинала вообще... Ой, дико извиняюсь, что-то происходит. Я начинала вообще изначально давно. Но я вела Инстаграм просто типа как все там бумеранги, вот это вот я кофе попила, доброе утро, друзья. Каруселька. Да-да-да, все, свайпы влево, вот это вот. Потом, как только начался карантин, я резко просто ушла со своей работы. Я очень ленивая вот в плане работы. Простите меня, пожалуйста, мои коллеги. Да, и типа для меня онлайн работа — это, в принципе, просто ад адский. Я не умею онлайн работать, я жуткий в этом плане экстраверт. Ну, то есть мне нужно разговаривать с людьми, мне нужно с ними видеться, видеть их эмоции, получать от них личную информацию. Поэтому для меня, например, это было прям суперсложно. Ну и плюс я уже устала, и тогда вот я познакомилась с JKS, когда они еще были JKS. И они мне предложили, я пару раз у них снималась, я такая, прикольно. Да, интересненько, новый скилл. И я тогда была для них, типа, свежим лицом, как мне говорят, типа, свежая кровь. Я такая, окей. И это был мой второй аккаунт Инстаграм, мне до этого он тоже был, но он удалился.
Вот. И потом так вышло, что что-то мы заобщались, и я говорю, ну а что, го вместе работать? Ну, типа, деньги надо зарабатывать, мне тоже как бы все-таки. Я понимаю, что карантин, но все равно. Они такие, все, go. И вот где-то в июне мы начали уже прям активно работать. Были моменты, когда прям заходили видосы, и я прям вообще кайфовала. Вот честно, для меня вот съемки это прям... Я полностью себя отдаю. Хоть это были вайны, еще пацаны, когда мы собирались на съемки, они такие... Успокойся, типа, это же просто Ваня. Я говорю, скажите, мне как нужно выглядеть? Прическу нужно... Как мне входить в роль? Это была, наверное, отдушина. Да, потому что это первая такая работа, где мне нужно было себя показывать и где мне нужно было разговаривать. А я вообще, в принципе, оказывается, до этого боялась свой голос показывать на, типа, какую-то аудиторию. И мы поработали полгода. Потом мы славненько разошлись, потому что, ну, не сошлись у нас просто аудитории, в принципе. Я поняла, что я не человек массы, к сожалению. Как бы я ни хотела, конечно, там и денег больше, там и, там, может быть, и славы больше какой-то, или популярности, еще что-то. Я не гонюсь за популярностью, я больше хотела бы быть известной. То есть для меня есть разница в этих двух словах. Я не хочу быть просто девочка, которая снимает ТикТоки. Я хочу быть как минимум, чтобы, ну вот, люди смотрели на меня, и у них было уже какое-то представление. А у меня не было такой ассоциации. Вдохновлялись в принципе, тобой. Да. И потом, вот когда я ушла с Жукасис, я поняла, что, ну, как бы, мне надо что-то делать. Что работать я не пойду в офис. Все. Вот я никогда в жизни... Ой, извините. Я очень надеюсь на это, конечно, но... Я сделаю все, чтобы не работать в офисе. И тут вопрос за миллион долларов такой. Как обычно, в детстве. Какой же это офис? Что это за офис? Ну, в плане вообще, в принципе, для меня быть к чему-то привязанной — это очень сложная работа. Для меня вот прям знать, что я от чего-то сильно завишу, и что вот так вот, для меня это прям очень сложно, и я просто тогда сделала первую такую, типа, инвестицию. То есть я до этого жила вообще в розовых очках. Я жила с родителями, у меня была их машина, я на ней ездила, кофе пила. На чили? На расслабоне? Да, вообще на чили, на расслабоне. И я очень благодарна своим родителям за это, что они, в принципе, не давали мне чувствовать себя как-то там, типа, ущемленной или еще что-то. Но я работала с 16 лет, то есть я всегда пыталась заработать. Для меня вот... Я, конечно, так можно нельзя говорить, но я очень люблю деньги. В плане того, что знать и чувствовать, что у меня они есть по комфорте, что я могу себе позволить то-то-то, для меня это, ну, меня это успокаивает. И я такая думаю, ну ладно, надо будет телефон брать, наверное, начать снимать. Ну просто посмотрим, что пойдет, как пойдет вообще. Тогда еще только сторис начали снимать, это был, получается, конец 20-го, нет, конец 19-го. Нет, конец 20-го года. Тогда еще сторис прям так не были. Вот тогда начался именно вот монтаж, типа сторис, типа к ним уже начали более серьезно. Как их называют вот товарищи, которые прям заморачиваются? Да, ну, сторис-мейкеры, по идее. Сторис-мейкеры или как? Вот, мобилограф. Мобилографы. Вот. Нет, по-моему, мобилограф — это немножко другое. Мобилограф — это прям именно как типа видеомонтаж. Типа видеомонтаж такого. Это того, всплывающий телефон, телефон. Да. Да. Угу. Вот и как-то я вот взяла телефон. Первое, поехала на этот завод, просто думаю, дайте мне уже этот телефон, мне нужно снимать нормально. И вот тогда я TikTok, на завод? Я прям поехала в тот первый день, когда вышел этот телефон, я поехала вот эту жопу мира, я даже не помню, где это было, мне остановили склад. Гаишники, я перед ним плакала, говорю, я ушла, у меня нету работы, у меня нету денег, это зарабатывать, можно я, пожалуйста, поеду? Он такой, ладно, езжай. Вот тебе еще 500 лет. Я еще выглядела вот прям максимально так, будто бы у меня реально все очень плохо в жизни. Как в американских фильмах. Да, вот это вот. Размазанная слеза. Да. И вот, и начала снимать, и просто один раз, я вот прям помню этот момент в голове, я уже тогда чуть-чуть снимала ТикТоки, но это был, вот честно, такой трэш, потому что я еще когда вот ТикТок загрузился, там можно было видеть свои старые видео с мюзикали. Ой, ёб твою мать, это просто кошмар. Я посмотрела, такая... Даниэля, ты вообще нормальная? Через 10 нет? лет можно за хорошие деньги продать твои старые видео с мюзиклами. О, да. Сохранить это точно. И вот, и как-то так вот пошло. Тиктоки, они, по идее, вот благодаря Инстаграму у меня начали нормально как-то, ну, типа, заходить. И то у меня, по сути, вообще мало подписчиков, ну, относительно ТикТоку. Типа, у меня 25 тысяч, и я эти 25 тысяч просто уже такая, ну, подпишитесь, ну, что вы такое, ну, что жалко, такое? Что ли? Да, типа, из 5 видео у меня зайдут, типа, 3, но из 10 у меня только там одно зайдет на лям,
У меня таких вот типа супер вайрал, у меня таких видео нет. То есть у меня видео чисто вот реально для Казахстана в том плане, что каждый, кто ко мне подходит, говорит: я, короче, твои видео, они постоянно у меня в рек вылезают. Я вообще не знаю, ТикТок не подписан, но они постоянно у меня вылезают. Вот это таким люди, же акцентом, меня... скорее всего. Вот, да. Скорее всего, это было видео, где... Это Субатова знакомится. После вечеринки. Вот это видео 95 тысяч ступеней умывания. Лайк. Какое-то гениальное видео. Да, я тоже, я вот считаю, это шедевр просто моей работы. Ну, то есть вообще, в принципе, моя ниша — это тиктоки по понятиям, типа, танцы, вот честно, как бы я ни пыталась, я так глупо выгляжу, это просто какой-то кошмар. Это как Елизавета вторая сейчас в тиктоке танцевала. Роули-роули. Вообще просто. То есть для меня, я могу снимать только жизу, и вот сейчас я лично, например, борюсь с этим страхом своего голоса. Я сейчас пытаюсь дома снимать видосы типа жизненные, но используя свои сценарии, типа, и свой голос. Я вот так смотрю, типа, зачем? Надо, вот уходи. Ладно, закрываешь, быстро записал. Пишите в комментариях, если вам нравится голос Данели. Ну, смотрите, вы говорите, что хотите, чтобы аудитория видела вас. Да, не просто как какую-то девочку, которая снимает ТикТок, а именно вас как личность. Но мне кажется, ТикТок для этого не очень подходит, или как? Ну, то есть ваши видео могут попадать в реки, люди могут их видеть, но мало кто из пользователей заходит дальше на страницы, мало кто подписывается или нет? Не-не, нам вот, оказывается, много. У меня, оказывается, был хороший вот этот вот, типа, кросс-маркетинг, типа, много трафик кто, обмен. Да, типа, мне много кто пишет, типа, я с ТикТока зашел к вам, у вас такая прикольная страничка, и, типа, в Инстаграме они больше видят обо мне, потому mm-hmm. что, ну, если вы подписаны, благодарю вас за подписку. Я подписана. Да. Подписывайтесь на аккаунт ТикТок, Инстаграм, бесплатная реклама через подкаст. Типа, в Инстаграме я вообще не стесняюсь. Типа, вот, ну, как бы Катя, наверное, подтвердит. И мне нет такого, типа, доброе утро, друзья, я только что сделала массаж себе, потом я сходила на тренировку, потом поднялась на Эверест, а потом пошла, я вот сейчас собираюсь поесть авокадо-тост. Нет, я такая, я хочу пожрать чего-нибудь, можно мне, пожалуйста? Ну, типа такого. В инсте, надеюсь, то, что когда мой голос уже, я, ну, как бы переборю этот страх, и люди будут видеть мою личность, то, что я на самом деле в жизни смешная. Знаете, вот есть... Да вот мой дядя мне об этом говорил. У меня папа, он просто страшно харизматичный. Вот он нереально харизматичный. Катя, вот только сегодня говорила, что ваш папа супер харизматичный. Да, если у вас откроется фан-клуб вашего папы, я его возглавлю. Абсолютно. Спасибо. Тут уже глава фан-клуба есть, так что я думаю, можем сейчас пойти с предложением. Вот реально, типа, даже видосы с моим папой в ТикТоке, они прям супер классно заходят, потому что он реально такой. Ну, это очень кьюти. Ну, это прям супер мило, когда есть такие отношения, и это реально то, что подкупает публику. Вот, да, но в плане, знаете, разница в том, что он на камеру, он не сможет таким быть. Здесь, получается, человек делится на два типа. Есть лицедеи, которые в жизни нереальные персонажи. Вот у меня моя лучшая подруга, Лиза, она прекрасна, вот она вот как персонаж, Лиза, охренительный человек, вот реально. Типа, если ее взять, все ее фразочки, все наши матершинные связки, это вот просто перфекционизм, вот реально, это просто перфекто. Если это взять и вставить человека, который может это сыграть, это было бы классно, но на камеру она так не может. И я сама стараюсь, я изначально больше тоже лицедей, в жизни я намного более харизматичная, намного более интересная, ну, конечно, очень не самовлюбленная и скромная, реально. Self-love, you know. Ты профессионал своего дела, и ты знаешь, куда ты идешь, какая цель. Нельзя останавливаться и говорить: ой, эта ниша уже занята. То есть Инстаграм 2015 года развивается, и заходить туда в 2020 это что-то из разряда самоубийства. Да? Как ты дойдешь до этого? Да, но там есть такие миллионники, десятимиллионники, там гиеры, там артисты и так далее. Нет, ребят, на самом деле, если ты профессионал, если ты веришь в свою идею, у тебя есть команда, у тебя есть цели, ты вначале заходишь на этот рынок, неважно какой, будь это мороженое, будь это там нефтянка и так далее, со временем побеждает тот, кто играет долгую. То есть в ТикТоке вот есть небольшие минусы, это мы называем их вспышками.
Да, вот вспышки происходят всегда и везде, далеко ходить не надо. Вот подруга Дани Индира есть, да, у нее был ТикТок, там вот Жандос делал предложение, хорошо набирает, да. Почему хорошо набирает? Потому что я вам вот еще один инсайт, ребята, кто слушает подкаст, в ТикТоке залетают 4 темы, это деньги, то есть как их заработать, что-то с ними сделать, здоровье. Дантисты, ортодонты, о, их тут скоро-скоро можно вообще в больницу не ходить, а по ТикТоку смотреть, что это происходит. Сам себя вылечил, грыжу да, полечил. Там в плейлисте найти. Третье — юмор, и четвертое, ну, касающееся, наверное, все времена и года, это отношения. Да. Да, Келинка была как сейчас, так и в 20-м, так и в 19-м. Даже у Чингисхана Келинка там была, то же самое было. То есть это не изменяющая вещь. Так вот, Индира не была в ТикТоке. Ну вот она выложила со свадьбы, да, вот видео, и там была вспышка. Вспышка, которая дала разом огромный буст. Да. Сразу приходит огромный приток аудитории. Это как, не знаю, наверное, допинг. Ты как вот в фильме бываешь, там машина начинает разогреваться, там турбо и так далее. Уверенность в себе, там вагон. Ну, и, кстати, с этим, кстати, же приходит и огромное тщеславие и эго у многих людей, да, что все, я желтос, я звезда. Вот, но, как правило показывает, мы ТикТок называем серфингом. Вспышка появилась, это волна. И как сколько ты сможешь из нее выжить на своем серфинге, до куда ты доплывешь, это уже зависит от тебя. Бывает, кто сразу падает, и все, следующее видео набирает 50 просмотров, там, к примеру. Вот только что мы обсуждали то, как нужно заходить на эту платформу, то есть есть возможности для всех, будь это взрослые люди, будь это молодежь. И меня всегда интересовал вопрос, неужели на самом деле это правда? Чем меньше ты стараешься над видео, тем больше оно залетает в реки. То есть, Даниэль, вопрос к вам, к активному блогеру. То есть неужели это правда? Закон Паретто, да? 20 на 8, 10. Что такое закон подлости? Ну, вот поначалу так и было. Типа, когда я только начинала, и... Я помню, мы пришли просто в какую-то кофейню. Она была такая вся прикольненькая-прикольненькая, вся такая эстетик. И мы пришли, и там было очень прикольное такое пирожное, которое ты вот так вот бьёшь, потом оно резко раскалывается и становится очень нежным. И я просто написала, типа, когда ты узнаешь ее характер и понимаешь, что она, оказывается, не такая сучка, а, ну, как бы нормальная, очень нежная девушка. Значит, про меня так. И просто... Не надо бить Даниэлю, не надо. И вот как до этого, типа, у меня там видео всякие заходили на там 2000 просмотров, тут, типа, полчаса проходит, и там, типа, 40 тысяч, я такой, офигеть, ну, всё. Ну тут просто это прям... Всё, ну, это ты попала зашло. В боль просто, да. В боль, в жизнь, в боль. Ну реально, потому что второй раз я попыталась так же сделать, с вином тоже что-то было, типа, когда ты пьешь вино, тебе сначала кажется все такое простое, потом, ну, короче, какую-то херню сделал, еще не в темно. А вот это зашло, и я сидела, думала, офигеть, все, получается, звезда, получается, карьера могу начинать, да? Потом начала записывать другие видео, они уж так не заходили. То есть, чем больше я думаю о том, что оно зайдет, тем меньше оно заходит. Но, есть некоторые, вот, как Асхат до этого говорил, о том, что есть разные категории, которые вот всегда заходят. И вот я поняла, что, ну, вот у меня лично ниша в моем ТикТоке заходит только жиза, только херня и только дичь. У меня не заходит вся эта эстетичная красота, которая у меня в Инстаграме, типа красивый закат, кофе, латте, матча. Мне вообще это не заходит в Инстаграме, в ТикТоке. В ТикТоке мне заходит жиза, типа, когда ты бухая снимаешь макияж, когда ты пытаешься, типа, там, я не знаю, правильно вести образ жизни, и у тебя это не получается. Когда ты, не знаю, там, ну вот такие вот жизненные людям ситуации, которые со всеми, да, чисто бабские темы, вот это моя любовь, и я уже в какой-то момент, потому что я сейчас как бы параллельно работаю контент-мейкером для, например, других каких-то платформ, типа там для магазинов косметики, я вот с ними тоже сотрудничаю, но не от своего лица, а просто я для них делаю те же самые ТикТоки, которые они не могут. Что есть некоторые... На их аккаунт. Да, они просто типа такие, ну я не могу, я не могу. Хотя они это еще та же самая категория людей, которые говорят, типа, мне вот в последнее время пишут там, а на что вы живете, вы на чем, получается, зарабатываете? Типа, что вы делаете? Вы, национальная игра работаете? Казахов, считать деньги из других. Да, откуда у вас деньги? И я такая, да нет у меня их, чего вы взяли, что они у меня есть вообще? Только с Арбата пришла. Да, и как бы здесь ты просто либо вот по своей нише смотришь, и чем просто, я вот лично поняла, чем проще видео, чем вот оно более понятное для человека,
тем оно лучше. Тут есть эффект ТикТока. Люди устают от вот этой красивой инстаграм-жизни, которую большинство не по карману. Ну, что скрывать, да? Ламборджини — это круто. Частный джет. Вот джеты, когда-то люди кушают там в ресторане на завтрак 100 тысяч тенге, да? Я тут могу месяц хорошо питаться, хоронать. Да. Они хотят что-то реальное и расслабляющее. Поэтому все убегают в ТикТок. И в ТикТоке большинство юзеров — это не богатые, это не какие-то там агашки или там байден-балдар. Это обычные люди, которые в меру ограниченных ресурсов показывают ограниченные богатые вещи, но очень круто показывают реальности. Да, да, как ты приходишь там, зовешь гостей, и там у тебя на столе не какие-то суши, там дорогущие штуки, икра. Там просто такой студенческий стол. Угу. Так и называлось видео «Студенческий стол» там в общаге. И видео на 10 миллионов залетело, потому что его посмотрело столько студентов, и это и прям узнали в этом это себя. Боль, это жиза, и все так сидели на ролтонах. На бич-пакетах. Последний раз, да, кстати, я у одной девушки, она просто закинула ТикТок, у нее там типа 700 тысяч лайков. Я думаю, а это вообще обычная типа девушка, она типа учительная, просто молодая. И там вот эта вот, есть же песня Don't see you, don't write it. Да-да-да, чувак, это русский, где Панасенко ходит, вот, и деревья трогает. И она то же самое сделала, типа, когда я вижу, что типа ученикам сложно, и она такая резко, какая же погода сегодня. Когда они пишут контрольную. Просто с ума сошли. Понял, это да. Это где, когда тебе жена позвонила, тебя ждет серьезный разговор, и ты как не спеша идешь. Но вопрос на засыпку. Как попасть к вам в хаус? Что нужно сделать? Вы смотрите на опытность, на аудиторию. Давайте я сейчас скажу, как раньше попадали в хаус, и какие сейчас у нас предпочтения. Раньше это было по-казахски. Через Бакесаки? Нет, через Таке. Вам сносили взятку? Таир, нет, Таир пришел, мальчик такой есть, Таката Таир, да. Он сказал: Асхат, давайте откроем хаус. А я первый хаус открыл, у меня не получилось, так как там нужно было много чего учесть. Я думал, это по бизнес-модели, как стандартам, мы это обычно делали с коллективами. Не получилось. Потому что коллектив-то, оказывается, сыроват, молодой, он много чего не понимает, что такое дедлайны. Они как такого пороха даже не нюхали, да, в основном все школьники или студенты. Когда он приходит, у него есть свой аккаунт, за счет компании аккаунт раскачивается, получается медийка. Так как все равно вот ты в соло работаешь, либо через интертеймент. Интертеймент — это мощь, это огромные ресурсы, связи и так далее. То есть на шоу попадаешь, вот, на подкасты идешь и так далее, и так далее. Кино снимаешься. После завершения контракта все это остается у тебя? Нет, медийка. Все остается у товарища, кто с нами пришел. То есть он пришел со своим аккаунтом, он уходит со своим аккаунтом. Но с ним уже подписчики, которые с ним пришли, уходит уже слава. Да. Слава, да. Вот. Мы никого не заставляем продлевать и так далее. Это абсолютно бизнес, потому что, знаете как, вначале было сложно. Вначале было сложно, потому что, не побоюсь этого слова, TikTok-индустрию создали именно мы, наш интертеймент. Люди не верили ни в ТикТок, ни в возможности этого. Они посмотрели на наш хаус, и открываться начали остальные хаусы. Мы верим в одну вещь только, в статистику. Если, например, у тебя 19 миллионов, и из них 0,0001% что-то хейтят, нет смысла даже на них обращать внимание. Да. Если 5-10% тебе это говорят, ну, надо приглядеться. Если половина говорят, то надо все менять. Я снимаю контент. Почему я должна нести ответственность перед чьими-то детьми, когда даже родители не следят за своими детьми, что они смотрят? Ну или же, да. Нет, я ну плюс же еще есть ответственность перед аудиторией, я как-никак. Считаю, так, ну, да. Она приходит вместе с подписчиками. Любой блогер ответственный за то, что у него есть аудитория. А вы ведете себя в хаосе? Не-не-не. Если она сама только не создаст свой хаос. Или хаос вокруг себя. У Таке. Да. Да, я поняла, что я вот командная работа в этом плане для меня, я пока еще себя не вижу. То есть я согласна со Асхатом в том плане, что ТикТок и Инстаграм — это такой небольшой трамплин для будущего, но это тоже довольно-таки сложно туда пробраться, потому что, в принципе, конечно, я понимаю, что я не буду пилить сториз до 40 лет, но типа это, конечно, было бы классно, но, во-первых, я уверена, что в какой-то момент я от этого уже устану, потому что и моя аудитория тоже уже подумает, типа, ну, все, уже, да, ну, хватает, типа, в принципе. Я бы сама, я очень рада, что вот Инстаграм для меня — это
очень хорошая платформа, какой бы засранной она ни была сейчас, да, в принципе, тьфу-тьфу, мне очень повезло в том плане, что я зашла как раз-таки в вагон микроблогеров в прошлом году, и таких, как я, было, по идее, немного девушек, у кого, в принципе, не такая большая аудитория, но это аудитория, у тебя конверсия примерно, ну, типа, 1:2, ну, как бы... Это очень крутая конверсия, 1:10 обычно. У меня в Инстаграме настолько тьфу-тьфу, лояльная аудитория, что даже когда я закидываю рекламу, во-первых, это никогда не бывает реклама, не знаю, презервативов, которыми, ну, типа, как бы это всегда все очень полезно. Касательно моей. Ну что, презервативы — это тоже полезно. Нет, по сути, конечно, да, секс-образование — это очень классно и все такое. Господи, моя мама. Ну, пусть это другое делает, да? Просто угробит, кажется. Но я к тому, что они видят то, что я думаю о них, когда я, например, там сотрудничаю с какими-то брендами там, или еще что-то. Я всегда стараюсь продумывать контент так, чтобы для меня, например, вообще поначалу, я помню, один раз вот написал, типа, фу, реклама. Я такая, боже, они поняли. Я такая думаю, ну блин, это раскусили. Демоны. Нет, но на самом деле еще даже бывает так, что человек, когда старается, многие даже пишут, блин, тебе надо рекламу взять, а то ты, мы боимся, что ты просто устанешь, и у тебя не будет стимула. А, вот, да, когда я поставила цену 1000 тенге на марафон, мне все написали, типа, зачем, Даня, ну, типа, мы понимаем, что вы хотите нам сделать окей, нормально, потому что я, когда узнала, кто меня смотрит, я понимала, что это не девушки, которые там живут во Франции, пьют эспрессо двойной, и там, типа, такого, да. Это девочки, которые учатся в школе, которые не знают, как, они стесняются, может быть, какие-то моменты, может, у них проблемная кожа, и они не знают, как с этим бороться. Не у всех что есть возможности. Одеть, например, да, очень больной вопрос. Да, и поэтому как бы я для них, моя страничка, это вот, чтобы ты зашел, гид, такой, все нормально, все окей, я расслаблюсь, успокоюсь, у меня должно быть cozy, comfy, типа уютно, вот так вот, то есть это не так, что я какой-то там коммерческий аккаунт, который говорит только о каких-то таких фэшн, там, нет, я наоборот хочу показать то, что я вот тоже такая, типа, своя такая девочка. Же, своя, да, своя подружка. Mm-hmm. Мне когда все пишут, обычно я со всеми на «вы», ну, как бы, тоже вы заметили, хотя, например, mm-hmm. мы, может быть, там, одного возраста, но yeah. я, в принципе, себе этого не позволяю, мне окей, я, как бы, мне нравится такое даже. А девочки, они могут писать, типа, Даня, и вот они общаются, но так, будто дети, бы они меня они, знают. Да, да, да. Да. Они тыкают всегда. Они не знают, но, типа, это не к тому, что они грубые, или они там не знают там каких-то границ, а просто потому, что они настолько привыкли меня через экран уже видеть. Говоря о том, есть ли у ТикТока будущее, вот вы говорите, что вы не будете пилить сторис до 40 лет, а что в планах в дальнейшем? Или это как каждый раз, когда спрашивают о будущем в голове? Такое, ну, я лично, пустота. Конечно, мечтаю о том, чтобы в моей творческой душе нашлись правильные ресурсы. Как бы сейчас мне очень помогает, ну, конечно, мое агентство, с которым я работаю. Я в инсайдер-агентстве. Там как раз-таки вот все именно нишевые блогеры, которые, может быть, у них не, там, не 100 миллионов, тысяч, миллиардов подписчиков, но зато у них хорошая статистика, они очень стильные, они такие... Они говорят там о каких-то важных вещах, да, и я такая говорю о том, что я хочу есть и чипсы с майонезом ем. И они помогают мне именно, конечно, с рекламными контрактами очень хорошо. И вот сейчас вот Garnier недавно вышел маски с моим лицом, да, например, маски для лица с участием там типа меня. Для меня это, например, вообще типа офигеть, что. У нее, я прикольно. Уверен, там вот такая рамочка золотая, и эта масочка. Нет, кстати, нет, такого нет. Это у меня парень мой купил все маски в этом магазине, он просто... Из-за ревности. Из-за него, у него дома, это так мило, по идее. Мама моя до сих пор, почему Карл Лагерфельд не взяла, я не понимаю. Но она занятая женщина, нужно ей самой принести. Но для меня будущее как раз-таки в том, что я бы хотела попробовать себя в качестве модели в каких-то крутых рекламных роликах. То есть я бы хотела поучаствовать в реальном продакшене, где вот прям вот супер все такое классное. И вот это для меня прям, это вот Next первая level. Цель, да. Вторая цель — это, конечно же, кино. Я не вижу себя в бизнесе таком. Типа для меня сейчас пока, например, вот я с подругой открыли кофейню, Джеффри, приходите. Адрес забыл сказать. Да, КМБВТР, 51С. Вот, и для меня сейчас это уже очень тяжело, потому что для меня, для моей работы очень важно совмещать именно вот творчество, что-то очень интересное делать, всегда вот что-то для моего душевного спокойствия делать. А когда я прихожу на работу, там так типа... Это процесс. Ты вот эти счета, а вот это ты заказал, а вот это то, и у меня начинается очень сильный диссонанс из-за этого. Поэтому сейчас я, ну, как бы такой страгл небольшой, конечно, есть в этом плане, но я надеюсь, что он к чему-то приведет. Вот, и... Угу. К скиллу, по крайней мере, точно. Да.
Окей, Асхат, что про ваше будущее? Скоро, возможно, мы сделаем кастинг, либо какой-то форум, где мы поделимся с информацией, а может быть шоу даже, чтобы была возможность у любого, но талантливого человека попасть к нам, потому что есть таланты, которые просто боятся, стесняются, далеко живут, нет средств и так далее. Также вот мы подумываем сейчас о том, чтобы как-то поделиться, наверное, с нашими знаниями. Ну, скажем так, мы реально много чего знаем, учитывая, что мы на втором месте в мире. Не, на третьем, но вот через месяц мы будем на втором. Мы обгоним Hypehouse. Hypehouse — это отец-основатель номер один в мире. Его обогнал наш партнер Yolo House. Сейчас мы догоняем и обгоним. Осталось всего 500 тысяч. Да, получается, TikTok — это просто один из ресурсов. То есть в дальнейшем это уже кино. Это платформа, да. Пока что это платформа. Но, скажу так, TikTok развивается, и, возможно, как на Snapchat будут сниматься фильмы в TikTok. И для этого уже все предпосылки есть, так как уже в TikTok есть в компьютере, то есть вы можете стримы делать, то есть если вы геймер, летсплейщик, вы можете делать стримы и создавать свое будущее, переходить с YouTube, с Twitch на TikTok-платформу. Настоящий TikTok премиум. Да, и потом видео все удлиняется, раньше было 30 секунд, минута, 3 минуты, сейчас 5 минут, если это сделается как в IGTV до бесконечности, то я уверен, эпоха фильмов не за горами, да, музыка ротируется только на TikTok сейчас, то есть хочешь стрельнуть, не получится у тебя на радио, не получится у тебя на телеке, так как кто из вас вот сидящих смотрит телек? Я смотрю на телеке YouTube. Вот я смотрю Netflix только на телеке. Ну, Netflix, то есть мы все сидим на мультиплатформах элементарно. Конечно. В будущем, в ближайшее будущее мы планируем снимать сериалы, фильмы, а также писать музыку, чтобы из наших артистов превратить в музыкантов и киноактеров. В дальнейшем мы будем в следующем году создавать новые проекты, как я вам говорил, это будет с наукой связано, это будет с тюркологией, с историей. Возможно, у нас будет бьюти-проект какой-нибудь с девочками, которые будут помогать обретать уверенность. Во всем этом есть один главный посыл, это семейные ценности и вера в свои возможности. Но у нас эфирное время уже подходит к концу, да, поэтому мы хотели бы подвести итоги. В общем, мы остерегаемся вспышек. В ТикТоке. Нет, вспышки или они будут, это всегда. Контент. Но самое главное, это, наверное, ответственность. Вот. Давайте так, каждый скажет свои финальные слова. В чем сила, да, говорит? Я говорю, в моем случае это ответственность. Ответственность за других. Делаем качество. Остерегаемся грязного контента и разовых вспышек. Остаемся самими собой. Самими собими. Они не это, они не мы, это мы. Классно. Ну, спасибо большое, что нашли время, приехали к нам, поучаствовали в такой увлекательной беседе. Спасибо за просмотр, дорогие зрители, дорогие слушатели. Спасибо Асхату и Даниэле за то, что нашли время прийти к нам. И ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был подкаст «Разговоры в степи».